С вами Андрей, это Motor Summer Club, и сегодня я хочу рассказать вам о комплекте кожаной одежды для поездки на мото. Это раздельный кожаный комбинезон ProBiker. Начнем со штанов. Штаны кожаные с стрейч-кевлар вставками, то есть для вентиляции, чтобы в жару, то есть продувалось вот это место. Также стрейч-кевлар вот здесь сзади на выходе. Для удобной посадки на штанах есть гофр вставки на коленях, то есть чтобы оно, защита сидела ровно на колене и можно было, то есть, отрегулировать. И можно было присесть на корточки и так далее. То есть, ну, удобно сгибаться, садиться, вставать. И не мешалось при разных позициях на мотоцикле. Что-то лег на бак, допустим, там, что оно все это удобно было. Залазить, слазить с мотоцикла, соответственно. Так, с обратной стороны у нас на штанах усиление на копчике. Гофра вставка на пояснице. Также для удобства посадки. Опять же, гофр вставка и вот эта молния на поясе дает возможность состегнуть штаны с курткой. С курткой из этого же комплекта. Вот такая вот куртка. Дальше на штанах внизу есть тоже гофра и молния. То есть подойдет на любые икры, то есть будь то большие икры, соответственно, или худые. То есть довольно универсальные штаны. Садятся на высоких, на худых, на толстых, на пузатых. Собственно, для всех и вся. Далее куртка. Куртка из этого комплекта. Так же, как и штаны, имеют встроенную защиту. В штанах есть защита колен и опционально вставляется защита бедра. В куртке уже в стоке идет защита локтей, защита плеч. В куртке два наружных кармана спереди. Карманы глубокие. Можно положить кошелек, мобильник. Вот, собственно, вот так это выглядит. Сзади логотип ProBiker. Толстая воловья кожа, порядка 1,2-1,3 мм толщиной. Здесь светоотражающие вставки спереди, на рукавах и сзади. Также на спине есть гофр-вставка для удобной посадки. Вот, опять же, можно сгибаться, то есть двигаться, шевелиться в этой куртке вполне удобно, то есть не сковывает движение. А особенно, когда разносится, вообще становится как вторая кожа, как родная. Также на куртке есть утяжки по талии. Вы можете отрегулировать себе. Побольше утянуть, поменьше. Утяжки с обоих сторон. Так что, чтобы куртка села красиво, не болталась на вас. Вот. Пойдем покажу. А можно состегнуть куртку со штанами, и получится вот такой вот комбинезон. Отойдите чуть подальше, сделаем целиком. Видно там? Угу. Вот. Вот так это выглядит комбинезоном. Вот так вот. Несмотря на то, что молния пластиковая, молния имеет сертификацию, и гофр-вставка на пояснице позволяет не беспокоиться за то, что молния разойдется у вас во время движения с посадки на мотоцикл или когда вы будете, допустим, нагибаться. Это все сделано для того, чтобы было комфортно, и то есть здесь есть запас прочности определенный, и гофра играет вот эту вот как раз роль удобной посадки. Гофра здесь, здесь, здесь. Про сертифицированные вставки я хочу сказать дополнительно. Сертифицированные вставки Level 1. То есть, но этот комбез уже имеет допуск на профессиональный трек. То есть вы можете выезжать на трек в этом комбезе. Эти комбезы у нас продаются по отдельности. Куртка, отдельно штаны.
Вот, и отдельно вот эти штаны вы можете соединить еще с десятком других моделей кожаных кожаных курток. Так что не обязательно покупать целиком комплект, вы можете купить отдельно куртку и носить с вашими мотоштанами. Вот, эти куртки вы можете соединить с мотоштанами, а мотоштаны, соответственно, с мотокуртками различных производителей. Не только ProBiker или других наших курток. И со своими куртками, то есть там с Alpinstar, там с Биосом или с AXS, ну неважно, с любой фирмы вы можете соединить благодаря наличию ответной молнии на штанах. Вот. И то есть у вас получится комбез фактически с любой курткой. Вы можете носить как с текстилем, так и комбинировать с текстильными куртками, с кожаными, с джинсами, с мотоджинсами. И, в общем, очень универсальные вещи, то есть, что эти штаны, что куртка и комбинезон в целом, причем по довольно шоколадной цене. Приезжайте к нам, пишите к нам в группу ВКонтакте, Motor Samara Club, с вами был Андрей, всем пока!